Первый тайм мы провели достаточно хорошо и забили гол. Второй тайм был такой сумбурный, и много было борьбы, много было фолов, и, конечно, даже эти фолы, которые были, привели к тому с нашей стороны, что получили пенальти под штрафной. Честно, почему не смотрел, что там произошло на самом деле. Вот. Но вся игра развилась на то, что судья в первую очередь принимал решение. Это было такое скомкано в связи с тем, что мы были свистком прокладываться, как думаю, что но, в первую очередь из-за того, что две команды хотели победить, и было свое борьбы, меньше степени игры хотели победить. Кому были близки. Потому что они забили второй гол, к сожалению, не получилось и пропустили второй. Вопрос. Краснодар южная команда, если не приходилось сыграть в зимних условиях, сказать, что ты могла сыграть против вас? Может быть, и так мы первый раз сыграем в такую погоду, большой ветер, но это не оправдание, чтобы делать на этих скидку. В любом случае. Выполняем свою поставленную задачу, мы всегда хотим побеждать, хотим, соответственно, играть, чтобы удовольствие было и самим зрителям. Конечно же, в первую очередь будем убираться, будем анализировать свою игру, почему мы не смогли продемонстрировать то, что хотели. Чайный вопрос. Уступили Крым Совету сегодня молодой. Это стечение обстоятельств, на ваш взгляд, или все-таки есть какие-то внутренние проблемы или какие-то еще? Нет, проблем нет никаких. Это футбол сегодня получилось так, что еще раз говорю, что какие-то такие два стандартных положения мы сыграли.